Конкурс «Дети читают стихи» labyrinth.ru. Абзалов Низам, 6 лет, город Набережные Челны. Анна Ионкина, о России. Люблю тебя, моя Россия, за твой бесстрашный, смелый вид. Всегда строга, смела, красива, непобедимая стоит. История твоя богата сражений, ужасов и войн. Но это было все когда-то. Надеюсь, что не будет вновь. Немного затаив дыхание, я вспомню, как тебе, страна, настал вдруг час для испытания. Год 41-й и война. Тогда фашисты темной силой грозились мир спалить дотла. Любимая моя Россия, ты нам победу принесла. Тобой на подвиг вдохновлялся никем не сломленный народ. Он за тебя, Россия, дрался, в нем русский дух всегда живет. Сейчас настал век 21-й, разбил он множество дорог. Вдохни, Россия, полной грудью, пойми, родная, с нами Бог. Ах, жаль, что есть такие люди, каким ты вовсе не нужна. Стрельба, терроры, море крови оставят в память навсегда. Ну, знай одно, моя Россия, трудолюбивостью своей невзгоды вынесешь любые до окончания наших дней. Прости, Россия, нас заблудших, слепых, обманутых прости. Мы поколение не из лучших, но без тебя нам нет пути.